Всем привет! И это очередная распаковка посылок с сайта AliExpress. Ну а вы, мои хорошие, как обычно, не забывайте ставить лайки, грозные дизлайки, а также писать самые-самые добрые комментарии на всем YouTube, потому что вы у меня самые-самые добрые люди на всей планете. Она у нас огромная, и вас ведь много. И если вы напишете много комментариев, то я буду сладко спать и не думать, что у меня просмотров вообще нету, как на мой последний мастер-класс, где мы делали браслетик. Но не об этом, а о товарах сегодня с Алиэкспресса. Итак, поехали. Начинаю по традиции с разочаровашечек. Замечательная посылка мне приехала, ведь я ж ждала до последнего, да, на распродаже, чтобы вот прям со скидкой купить. Купила. Мне приехала вообще не то, что я заказала. Вот что это такое? Вот что это такое? Вот как вы думаете? Ну, кто-то, может быть, и знает, что это такое. Но если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, понимаете? Это наклейки, конечно. Я заказывала красивые, красочные наклейки. Я их даже закидывала в группу. Ну, вот мне прислали вот эту. Такие вот наборы. Тоже с наклейками, вот с такими вот. Я даже не смогла найти их в магазине у продавца. Видимо, стоят они гораздо дешевле. Я не знаю, ну, продавец просто не на ту тетку нарвался. Короче, естественно, спор открыла. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ну, практически бесполезный товар, абсолютно. Вот. Ну, там что-то может пригодиться, но для меня... Я не люблю, когда присылают не то. Следующий. Наш любимый, замечательный чудило. Просто чудило, а не продавец. Очередные девчоночки, очередные мои принцессы в трусах с Алиэкспресса, очередные трусилямбы. Ну, я вам их уже 500 тысяч раз показывала. 3XL-ку я себе беру. 3XL-ка, ну, вот это вот должен быть цвет серый меланж. У продавца явно какое-то странное представление о том, как надо отправлять заказы. Это уже, по-моему, на моем счету третьи трусилямбы, присланные не того цвета, который заказывали. Вот такой вот продавец-удалец. Он может неделю отправлять заказ, а то и две до последнего тянет. И вот, вот. Ну, понятно, трусы хорошие, но продавец чудила еще тот. Погнали дальше. Дальше немножечко, почти халявы. У продавца очень много бусиков по ссылочке. Белый агат матовый, может быть, не знаю. Не знаю, вот тут ничего не могу сказать. Агат вообще такой камушек, ну вот как-то не особо они холодные, понимаете? Агат такой камушек, ну... Просто беленькие бусики. Понимаете, я не буду утверждать, что это камень или это не камень. Это точно не пластик. Что это такое, я не знаю. Вот белые бусинки. Нить, вот эта нить, стоила 41 рубль. Сейчас стоит 46. Вот как бы и вся любовь. Вот поэтому и взяла. Потому что дешево и сердито. Белые бусинки очень часто хорошо использовать в качестве бусин-разделителей. Ну, то есть, да, вот для какого-то контраста очень даже хорошо. А теперь немножечко о халяве. О халяве. Значит, пришла мне еще одна посылочка. Еще одна посылочка с сережками из магазина, где мы брали все просто по халявной цене. То есть там сережки. Ну, в общем, все было 25. В общем, от 22 до 30 там с копейками рублей все было. Уже нету. Я вам даже уже не оставлю ссылку на магазин, потому что все распродалось, все, магазин, как кто-то написал, слился. Все. Во всяком случае, все приходит, все присылается. Значит, сережки с кубическими циркончиками. Вот такие вот. И на изнаночке у них даже есть 9, 2, 5, видите? Вот. О, тут даже S-ка написано, нифига себе. Вот когда написано, вот видите, смотрите, на китайских украшениях, если есть S925, то тогда, скорее всего, это посеребрение какое-то присутствует. То есть не просто 925, а еще буковка S. То, качество, кстати, у них офигенное. Очень хорошие плотные замочки, очень хорошо открываются, закрываются. Прям вот прям щелк-щелк, вот так вот. Дочери очень понравились. Цвет такого лимонного золота, как 14-каратного.
такого золотишка, золотишка. Ну, в общем, сережечки хорошенькие, нам понравились, цена вообще сказочная, больше нет. И приехали вот такие гвоздики, звездятые, тоже с кубическими циркончиками. Опять у меня камера чудит, не хочет фокусироваться вообще. С кубическими циркончиками, застежечки вот такие на самих штыречках. На пинах тоже есть 925 там нарисовано. Но, в принципе, это уже не суть, потому что данных сережек нет. Вообще в магазине больше нет никаких товаров. Кто успел, тот набрал. Девчули, красотули, когда вы мне пишете в комментариях, что вам что-то не отсылается в ваш регион, то поймите вы одну единственную вещь. То, ну, как минимум, мне надо ссылку прислать на этот товар, понимаете? Как я могу понять, что там вам не присылается? На Алиэкспрессе действительно есть товары, которые не отправляются в Россию. Не только в Крым, а и вообще в Россию никуда не отправляются. Такие товары есть. Вот, поэтому вот как-то так. Причем там есть товары очень дешевые, прям такие бы я прям с удовольствием взяла. Ну, вот пишут, что нет, мы вам не отправляем. Как говорится, обойдетесь. Ну и ладно. Ну и ладно. Ладно, ладно, приехала очередная посылочка с пробирочками. Очередная посылочка с пробирочками. Опять упаковано все так же, по одной и той же схеме, как Кощеева смерть. Пакет в пакете. В пакете еще один пакет. И все это пластиковые пробирочки. А вот. Классные, прекрасные и замечательные. Мне они прям вот прям зашли на ура. То есть это пробирочки, в которых можно что-нибудь хранить, какую-нибудь фурнитуру, бусинки, еще что-то. Они не закручиваются, они просто плотно закрываются. Очень плотно закрываются, крышечки у них не сваливаются. Замечательная цена, достаточно все быстро всегда прилетает. В общем, пробирки зачетные. Поехали дальше. Приехали еще одни плоскогубцы. Вот инструмент, да, для бижутерии я люблю. Вот, благо, что не 600 рублей. Но, как бы, опять же, инструмент свой функционал выполнять будет. В этот раз вот такие вот взяла, видите? Вот на фотографии у него не видно, у продавца, что они вот с такими вот зубьями. Не видно. Вот так вот сфотографировано, не совсем понятно. Ну, внешний вид, я вам скажу, что такой потасканный. Но при этом функционал свой выполнять будет. И тут даже вот зубья нормально как-то сходятся более-менее. В отличие от предыдущих всех инструментов. Ну, в общем, за ту цену, что там продается, это, в принципе, нормальная цена. Вот, до этого утконосики у меня были. Далеко ли я их убрала? Вот, то есть, они выглядели похуже. Ну, в общем, в целом нормально. За 200 с копейками рублей вполне себе очень даже. Так, ну а теперь ближе о прекрасном. Так, халяву показала. Так, приехали, значит, еще вот такие вот обжимные бусинки, тыковки. Вот такие вот. Я, в принципе, не очень люблю. Вот, то есть сейчас вот там у меня есть одна. У продавца по чесноку написано, что это медяхи. Вот, имейте это в виду. Вот такую тыковку они получаются. Вот зажимная бусинка, когда зажимается, вот такая вот... Ой! Вот такая вот бусинка получается. Вот такая вот тыковка. Не хочет фокусироваться. Такая вот. Прикольно. Видите, рифленые такие. Вот. Я крайне редко использую, но тем не менее я люблю, чтобы под рукой все было. Вот я говорю, сегодня рылась в фурнитуре. В старой, в очень старой бусинках фурнитуры. Вы знаете, я сидела, охала и ахала. О, нифига себе, какие у меня бусинки есть! Ух ты! У меня еще вон что есть! У меня столько всего есть, что я даже сама не помню, что у меня есть, понимаете? Вот такая я запасливая тетенька. Значит, дальше о прекрасном и о замечательном. Значит, тыковки я эти взяла в двух цветах. Вот 14 карат и платина. Значит, дальше... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, огонечки. Так, я их распотрошила, и они все полетели. А-а-а! Огонечки в этот раз взяла. Сейчас помощница будет собирать. Взяла в двух размерах. Огонечки взяла так. Значит, 8 и 6 миллиметров. Огонечки, значит, 8, 30 штук.
Вот они, прекрасные, распрекрасные. Я на них прям запала. Это просто вау. Кстати, девчонки, если вдруг огонечки вам придут мутненькие, вот у меня пришли вот эти вот чуть-чуть мутноватые, мелкие, которые 6. Да что ты будешь делать? Так, это 8 у меня. Так, вы их просто берете в мыльной водичке, так вот в стакан высыпаете, чуть-чуть средства для мытья посуды добавляете, там полоскаете, потом салфеточкой вытираете, и все. Ну, это ж просто вообще, это что-то. И эти бусы могу вот прям, понимаете, вот ай, ну ой, ну охать могу целый час сидеть, как царь Кощей над златом чахнуть. Это же невозможно. Какая красота. Понимаете, тем более почти за недорого. Ну, кто брал, скажите, напишите. Как вам огонечки? Вот я прям их, вот только эти бусины называю огонечком. Они хоть и Аврора Бореалис, но эти прям огонечки. Прям, ну, огонечки. Ой, не могу. Ой, раскудахтаю сейчас. Куда? В общем, огонечки зачетные. Прям вообще, прям, ой. Ой, прям не могу, как они мне нравятся. Погнали дальше. Приехали очередные иголочки. Двойные иголочки, в этот раз взяла самые длиннючие, которые 12,8 миллиметров. В общем, 12 сантиметров, 8 миллиметров. Имейте в виду, что они немножечко потолще. Так, двойная игла. Ну, с более крупными бусинами удобнее работать. Я уже тоже 100-500 раз показывала двойная игла, с помощью которой можно шнуры, все что угодно, силиконовую резинку пропихивать в любые отверстия и щелочки. Вот, тут как бы долго говорить не буду. А еще раз обращаю ваше внимание, обратите внимание, что присылает продавец. Вот, берете вы 10 штук, вот я ссылку оставляю, на там 10 штук. Но, 10 штук, но, вот присылает по 5, 2 пакетика, по 5 приходят. Вот так вот он присылает. Вот, я вот предыдущий этот меньше брала. Я один пакет вытаскиваю, считаю там 5 штук. Говорю, чё? А потом смотрю, там в пакете еще и пакет лежит. В общем, вот так присылает. Дальше. Прекрасные и замечательные шнурочки. Шнурочки. Посмотрите, какую красоту я прикупила, а? Девчуленьки, красотуленьки. Я снимала шорс. Вот зря вы шорсы мои не смотрите. Это коротышки. Я там иногда снимаю что-нибудь. Вот смотрите. Вот видите, здесь намотка, да? Вот я просто показываю, какой он красивый, вот этот шнурочек. Вот как из него будет прекрасно что-то делать. Вот вообще замечательный. Намотка на катушку. Вот здесь 50 метров, понимаете? Возможно, 50 этих ярдов. Значит, там, ну, 46 метров здесь будет. Ну, это на катушке. Если вы где-то чего-то находите, понимаете, на 3 рубля дешевле, вы так думаете, вы хотя бы смотрите, какой метраж вам продают. Вы же поймите, что продавцы, они большие хитрецы, понимаете? Они вам фотки подсунут вот с катушками, а пришлют вам отмотанных 5 метров, 10 метров. А потом вы мне пишете, а почему у вас на катушка, а у меня нет? А потому что вы купили где-то еще, это точно не по моей ссылке. Потому что если я что-то даю, я точно знаю, что я даю. Хотя, опять же, хочу отметить, барышни мои прекрасные, распрекрасные, я не могу отвечать за все китайские склады и за каждого продавца на Алиэкспрессе. Мы неоднократно нарывались с девчонками, с брошками, с проверенными, выпроверенными магазинами, которые вначале выставляли какую-нибудь брошку с кубическими цирконами. Мы ее хап-цап-царап. Мы получаем все прекрасно, я снимаю обзор, и после этого продавец начинает отсылать всякую хрень со стразами приклеенными. Было? Было. Один раз? Нет. Несколько раз такое было. Сколько было? Сначала вот одно, а потом начинает говно присылать, понимаете? Поэтому, ну, я показываю то, что мне пришло, то, что мне приехало. И было такое, что я и сама нарывалась, опять же, потому что вы же знаете, что если я получаю очень какой-то хороший товар, я его заказываю повторно. Повторно, и даже не только повторно, а уже вот третий или даже четвертый, как с этими пробирками, ну, к примеру, да? Вот, и
Такое бывает, что второй раз закажешь, все хорошо, а в третий раз может что-нибудь не то приехать. Поэтому тут, как говорится, извиняйте. Ну и теперь я еще ближе. Мне сегодня прекрасное будет что-то такое интересное. Еще один ювелирный тросик. Ювелирный тросик — это не проволока мемори, понимаете? Это ювелирный тросик. Значит, что это такое и с чем это едят? Во-первых, значит, у меня здесь, значит, толщина тросика. Я взяла 0,45, 80 метров, 87 ярдов. Он такой достаточно прям толстенький. Значит, что такое ювелирный тросик? Вот такая вот кракозябля. Вот, видите? Ой, руки сухие до ужаса. Видите? Вот что в этом тросике. В этом тросике еще 7 стальных ниточек, которые скручены вот в этот вот замечательный тросик, видите, они там понакручены. И вот это все еще покрыто, ну, грубо говоря, силиконовым таким защитным слоем. То есть, если это подпалить, это вот тут оно подожгется, понимаете? Вот тут у меня на кончике, наверное, видно, вот видите? Специально подпалила, чтобы вот эту кракозяблю отсюда вытащить, распотрошить и вам показать. Он гибучий, понимаете? Вот он гибучий. Вот, то есть, вот так вот. Можно все это закручивать. Но у него нет эффекта памяти. Его нету, понимаете? Вот он вот так вот обратно растютюкивается. То есть из него хорошо делать. И браслетики мне нравятся. И какие-то ожерелья. И все еще что-то. Но у него нет эффекта памяти. Понимаете? Это не то, что вот вы сделаете браслет, и он вот так вот прям вот так будет. Он будет с бусинками, будет так. Но если вы там его свернете и как-то еще он останется. То есть чем плотнее тросик, чем он толще, тем он менее податливый на обратное вот Ой, сейчас наговорю, я даже, блин, все браслеты куда-то поубирала. Вот. Сейчас, момент. Вот последние бусики, которые я, допустим, делала, да? Вот они на ювелирном тросике. Здесь тросик 0,30. Вот, понимаете, вот смотрите. Вот я могу в несколько оборотов завернуть его. Да что ты будешь делать? Вот. Вот. Вот хоть в 4. Вот так вот положить, и оно так будет лежать. Я могу положить вот так, оно будет лежать вот так красиво, понимаете? То есть, ну, ювелирный тросик. Так что это не ниточка, это достаточно прочная штукенция стальная, понимаете? И вот как бы перекусить даже вот этот тросик не всегда так просто. Допустим, там, или, блин, не хочу ножницы портить. То есть даже, допустим, ножницами перерезать этот тросик. Ну, блин, ладно, потом ничего, что муж наточит. Вот нет, фигушки, понимаете? Вот фигульки, вот я ободрала только вот эту оплетку. Ну, что ты будешь делать? Давай, фокусируйся. Вот, видите, оплетку я только ободрала, а с тросиком ничего не случилось. То есть, это достаточно прочная вещь. Ну, и под финал сегодня. Значит, приехали у меня вот такие вот бусинки из ракушек. Бусинки такие, ландыши. Угу. Будем делать браслетик. Такие вот перламутровые, клосневые. Вот тоже, опять же, на тросике вот это дело, так. Просто хотела вам показать, какие они блескучие такие. Брала на распродаже, и я 2 раза заказала их. Одни еще где-то едут, приедут обязательно. Так, дальше. Дальше к этим ландышам были заказаны вот эти ландыши. Я уже покупала такие в цвете серебро, платина. Да? Теперь заказала вот такое вот 14-каратное золото. Но они тут не такие прям ландыши, а больше похожи на тюльпанчики, да? Но, тем не менее, я хочу тут кое-что изваять из них. Их можно купить 20 штук, 10 штук. Я вот этих 10 штук купила. А их хоть 10 здесь, я не проверяла. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такие вот ландыши прекрасные, распрекрасные. Хоть ландыши, хоть тюльпаны. Я буду делать мастер-класс, покажу, что я с этим сделаю. Вот с этими ландышами, вот с этими ландышами. В общем, сделаем что-нибудь красивенькое. Обязательно. Не пропускайте мои мастер-классы. Я стараюсь максимально все-таки что-то показать, что-то рассказать. Какие-то секретики, еще чего-то, какие-то полезняшки. Ну, как обычно, я это люблю. Вот. Ну и, собственно, сегодня все ссылки будут внизу в описании под видео в инфобоксе. Те ссылки, которые я посчитала нужными, то есть, допустим, вот на это я вам ссылки дать не могу. Ну, к примеру, да, понятно. Или вот на сережки, которых уже просто нет. А все остальное, пожалуйста, будьте любезны, все есть внизу под видео в инфобоксе.
Ну и опять же, я вам напоминаю, что вы не забудьте написать самый добрый комментарий на всем YouTube. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. И пока-пока.